Ну, давай посмотрим, что тут есть. Вход в зону леса Дрльнира. Язык сломаешь. Ну да, вот эта вот локация, она в приключении была. Но не прям это. Ну же. Не, у меня немножко другая была, но снежная вот такая же, класс. Мне нравится. Тут, правда, сложно, правда. Как ты промазала? Ну, я сейчас навою, и меня грохнут, да? Все с арбалетами ходят. Как ты промазала? Не послышался, сказала сосать. Выкуси. Почему некоторые костры горят, а некоторые нет? А я, кстати, в том блоке нифига, я не все нашел. Там еще какая-то дверь закрытая была. Я туда вообще возвращаться не хочу, если честно, правда. Ну нахер. Чё б там не было. Чистый экстракт. Чё он дает? Сопротивление стихийному урону всему. Тут подфриживает, конечно, чуть-чуть, да. Оу. Мишка Гамми ходит. Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Так, что-то лежит. Ну и как ты промазала? Блин, окружили. Ох, нелегко было. Нелегко было, чем. А, на тачку-то лампу, да? Хорошо. Ай.
Закаленная, лом кованая. Так. Заблуд детектор опять, короче. Так, здесь не пройти. Патронов нет. Теперь есть. Не, ну тут, блин, хотя бы открытая местность. Хорошо. Что такое? Красная. О, камушек. Или это тот же камушек? Я балбес. Я в исходную точку пришел. Ха-ха-ха. Ладно. Так. Тут есть что, нет? Идем потихонечку, короче. Ну чё? Ворота. С этой стороны не открыть. Ничего бы. Кто бы сомневался. Надо бы тут запомнить только на карте. Как-нибудь. Где он? Когда они вот так вот по одному, по двое, они изи, а вот когда толпой начинают... Если, например, в засаду попадаешь, там вот с воротами кто-то рычит. Мне это нифига не нравится. А, вон он. Это страшно, блин, не дают подняться, видишь? Собаки. Ну ладно. Так, это кто такой? А. Да, блин. Очки сыпятся прям одно за другим. Вот когда в зимнюю эту локацию через режим приключений приходишь, тут локот по-другому выглядит. Ну, другая лока, в общем. Немножечко.
Ну, то есть строение, вот это все, ландшафт, он как бы одинаковый, а вот само расположение всех вот этих вот хитросплетений, оно другое. Тихо тут, как на курорте. Перестань бегать, чувак. Все равно не жилец. Ты умри. Тебя не пустят, конечно, да? Да. Не ломается. Это не ломается. Ну же, ну, давай же. Но на засаду не, за... не наткнулся, потому что если на засаду не ткаешься, все, начинается гипервакханалия. Но при первом прохождении не наткнуться на засаду, тут надо быть либо очень осторожным, максимально осторожным, либо все равно наткнешься. Так, первый данж, да? Сейчас я тут окрестности чекну. Нет ничего подозрительного. И в данж тогда, да? Здесь еще посмотрю. Но тут может быть босс, который тоже меня взбесил. В общем, если через приключения играть в эту локу, в DLC, то тут есть один босс, который бесючий. Я его, кстати, этим же персонажем убивал. Девонька, конечно, ему наваляла на концовке, но геморроя было много. Так, чё, 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 подожди, как называется? Плач о могиле. Не, этого данжа не было точно. Значит, это какой-то другой данж. Блин, не ваншотит, зараза. Как я могу поднять еще урон по броне обжора убийц королей? А, кстати, шанс крит урон тут -то тоже надо выкачнуть.
Сигнальные тотемы. Уничтожить все тотемы, ага. Ну да, тут вот эти крысы. Которые достанут. Тут на потолок бы надо заглядывать, конечно. Потому что они на потолках сидят. Девонька, ну ты чё? Мажешь? О, нет. Падла. Зацепил. Блин. Какие-то крысы. Ну же, ну же. Давай же. Так, что-то лежит. Винт закаленного железа. Блин, хилок надо, конечно, купить. Потому что, когда первый раз локу проходишь, ничего же не знаешь, где чё. Ну, тебя будут накидывать тут. С переменным успехом. С постоянным успехом. Чего уж там говорить. Эти, в принципе, не сложные, но задолбают. Он мой этот. Все, не бал. Ты что такой жирный? Кошмар. Здесь, наверное, удар в спину как раз и понадобился бы. То есть есть колечко, которое нам дали. Вот против этих мобов
Уворачиваешься и хреначишь спину. Не знаю, насколько это полезно, конечно. Толку от этого суперудара я пока не вижу. Как задел. Справилась. Справилась-то ты справилась, но хилок нету. В смысле, есть, конечно, но мало. Подожди, где-то тут наверх было, а вот. Еще и вниз можно куда-то. Вообще тут что-то темновато стало. Прибавить чуть-чуть светику. Это скучно. Так, оттуда я пришел. Это просто второй путь, да, получается? Ну, давай, что у вас тут есть? А, это тотем, да? Хотел посмотреть, как он выглядит.
Лох. Надо, наверное, подхилиться. Ну, если вот не спеша идти, то попасть в засаду вероятность резко снижается. А если бежать, сломя голову, то... то, конечно, попадешь. О, есть что? А, тотем, да? Посмотрю. Блин. Это плохо. А, все что ли? Ну ладно, такое. О, нелегко было. А кто тотем его уничтожил? Рой мой. Не посмотрел, как он выглядит. Ну вот это вот место конкретно, оно как бы такое же было в приключении. Вот этот костер тут стоит, вот этот проход, это я узнаю. Так, еще тотем один где-то остался. Видимо, и да, и тотемов не было, кстати. То есть босс будет другой, походу. Так, вон там вот сиреневая какая-то хрень лежит. Так, а тут что? Но эту локу надо изучить, да. Знак убийцы. Подшипник какой-то. Ой, блин, не вижу, что написано. Наложенные владельцем эффекты и кровотечения вытягивают здоровье врага в размере 10% от нанесенного владельцем урона. Кровотечение. Кто эффект кровотечения накладывает? Арбалет? Так, ну это тупик, что ли, получается, да?
Типа да. Так. Куда идти тогда? Так, ну туда можно сказать, а ну вот здесь что значит не буквально. Наверх подняться. Ау! Что-то где-то нехорошее зафармилось. А, во. Да, блин. На, блин, я опять... Я опять тайминги лажаю. Так, он пришел оттуда, ладно. Сейчас. Это просто обход, наверное, там был, да? Ну да. Тут опять развилка. Тотем. Слышу, да? Ага, вон он. Ты посмотри, как он выглядит хоть. Задача выполнена. Повязка непоколебимости. А это, наверное, вот это, да, уже? Что такое повязка непоколебимости? Талант? Нет. Что ж ты? Повязка, а, повязка обманщика, повязка непоколебимости. После 2 секунд быстрого бега получаемый урон снижается на 10%, скорость движения повышается на 15%, а степень оглушения снижается на 1, при этом владелец совершит самое тяжелое уклонение. Что? Тяжелое уклонение. И откуда я пришел? Тут после драки с боссом самый главный вопрос. Куда я пришел? Ну, не с боссом, а с... С кем бы ты ни был, на самом деле.
судя по отсутствию лута, здесь не хрен. Все уже был. Так. Пиздец. Куда я пришел? Я назад, походу, иду, да? Или не да? А. Мне кажется, он сюда все-таки. Твою. Нет, не сюда. Не сюда, а куда? Здесь тупик. А, сюда нужно. Так это назад, алло. Начало. Я слепой, да, просто. Не вижу нифига. Солнце просто светит еще. Почти в глаза. Что-то я вообще потерялся. А вот сюда, может быть. Ага. Вроде бы. Вроде бы. Нет, тут... Да, блин. Ну, что вы хотите сказать, что это... Тупиковый данж, что ли? Не понимаю. За что? Короче, сейчас найду путь и вернусь.
Вначале тут прибежал, а тут комната еще не исследованная какая-то. Не комната, не комната. Спуск такой небольшой, короче. Не знаю, может здесь чтоб раскибало, хрен. Хрен пойми. Блин, до меня, знаете, чуть только что дошло. Это в натуре тупиковый данж. Тут просто надо убить эти... как они, идолы. И все, типа опыт дали, задача выполнена, данж пройден. Потому что я не могу найти тут другого, ни босса, ничего больше нет. Хожу как дурак. Ну, это вообще-то тупо, ребятки. Вы бы хоть выход из данжа сделали другой тогда, что мне обратно возвращаться, что ли? Что-то как-то совсем не айс. Потому что я реально не могу найти выход другой. Его нет. Ликвидируешь эти идолы и все. Ну что, я тогда обратно пошел. Чем здесь ловить? Тоже карта показывает, что все. Видите, да? Везде тупики. Окей. Ну все, я тогда на этом вообще серию закончу и продолжим следующий. Пока.